В общем, решил я слетать к своему другану. Но сперва... Нужно забрать деньги с банка. Забираю, значит, две монетки на всякий пожарный. Теперь можно заряжать себя в пушку. Летим мы вон в ту сторону. Зажигай! Заряжай! Полетели! А, так вот где ворота-то, блин. Рядом с нашим друганом. Значит, надо будет сейчас мячик перетарабанить сюда. И забить гол. Вратаря же нет, так что это не составит нам труда. Здорово, бро. Как твое ничего? Я тут тебе новое технологическое новшество притарабанил. Сейчас построим. Телефонная будка называется. Чтоб я мог быстренько тебе позвонить и телепортнуться. Так, будку... Куда поставить-то? Вот здесь, наверное. На его территории. Молись, чтоб у тебя был блатной номер. Все, ставлю здесь. Готово. О, у него реально блатной номер. Смотри, 6606. Три шестерки. Нуля бы не было, и все. Омен. Ты Оменом, что ли, заделался, а? Инопланетное чудище. Да ладно, ты же мой братан. Так, значит, заходим в нашу телефонную будку. Какой там у меня номер телефона-то? Надо самому себе позвонить, проверить, связь норм работает или нет. Блинский, я забыл свой номер телефона, но я помню другой. Сейчас монеточку скинем. 3172. Мы такой уже водили с тобой в прошлой серии. И здесь мы очутились. Пойдем, короче, домой. О, смотри. Это что, портал какой-то, что ли? Капец. Давай зайдем. О, вон куда меня телепортнуло. Прикольно, рядом с домом. Даже бежать далеко не нужно. Но это место я знаю. Мы сюда уже запрыгивали. Пойдем, короче, поглядим, какой у меня там номер телефона. 4698. Теперь попробуем перенести футбольный мячик. Значит, запинываем мячик в будку. Я не знаю, если это не получится, то капец как придется погеморроиться с футбольным мячиком и воротами. По размерам, вроде, по габаритам, мячик влазит в будку. Блин, где такой мячик вообще нашли, а? Он такой здоровый. Больше, чем я. Закатываем его в буточку. Давай, мячик, в буточку. Тихо. Вот так вот. Пойду возьму еще одну монеточку. Все, в принципе, я готов вместе с мячиком телепортироваться к моему другу. 6606. Ой, черт. Все работает, все, огонь. Кисундра, тихо, тихо, спокуха. Вы сюда не должны входить. У меня инопланетный друг. Он меня защищает. Шикарно. Вроде они мне ничего не должны. Ты как сюда попал? Ушастый, усатый, негодяй. Убирайтесь отсюда. Короче, с мячиком у нас ничего не получилось. Пора валить. Буду пенать его своими двумя. 4698. Давай, мячик, выпинывайся, короче, отсюда. У нас с тобой предстоит долгий путь. Прикинь, оказывается, я выяснил, что я мячик могу таскать в режиме строителя. Вот я чунгачкука. Вот так вот. Все. А я хотел уже забор тут двигать, чтобы пропинать этот мячик через него. Ну все, пошли. Еще немножечко, почти добежал. Фух, из голодухи чуть не помер. Надо, кстати, пожрать супчика. Вот так получше будет. Все, мячик, давай запинываться. Гол будем забивать. И... гол! Че? Снова инопланетный ящик. Давай его бомбить. Правда, у меня... не, места много, нормал. Сейчас разломаем. Так, и что там? Шипы какие-то. Еда. Погоди, что за шип? Это что такое? Когти скалолаза? Присядьте на четвереньки, чтобы лазить по стенам, как паука-человек. Или встаньте и бейте с бонусом за шипы. Вау! Подожди, ну-ка, одеваем. Я хочу снять башмачки. Одеваем. Как? А, вон оно что. Оно вместо оружия одевается. Капец! Я мощный чел! Миша-паучок! Михалыч-паукан. Ой, ё-моё, вот это прикол. Ну, давай попробуем залезть вот, например, на скалу. У меня получится, нет? На четвереньки. Так.
меня так не получилось. О, я залез! Ёшки-матрёшки, круто это как, а? Я теперь лазить могу по стенкам. Вообще не парюсь теперь. Куда бы ещё залезть-то, а? Вон, на ту большую горку пойдём-ка залезем. Вот это я удачно гол забил. Побольше бы такого. Ну, а теперь давай попробуем забраться вот на эту высокую гору. Получится у нас или нет? Встаём, значит, на четвереньки. И полезли. У-ху-ху-ху! Вот это обалденно же, а? Я теперь любое препятствие могу преодолеть. Не надо ничего бегать. Просто залез и все. Ой, кайф, ой, кайф. А еще же драться можно этими штуками. Нифига я вертуханы какие мучу. Короче, вначале вот так вот я пружинкой заряжаю. Нет, кулаком. Вертухан, кулаком. А ногой когда? Вот. И пружинка еще потом добивающая у меня. Ух ты, что я тут нашел? Пушка. Держи мои колючие кулаки в своих зубах. Размотали дерево своими колючими кулаками. Здесь у нас есть пушка. Это очень круто. Попробуем себя сейчас зарядить. Только куда? А, собственно, домой, наверное. Там, кстати, наверху, вон там вон что-то есть, да? Ну-ка, пойдем, слетаем туда, посмотрим, что там. Да, погодка, конечно, не летная, но что поделать. Так, что там? Там ринг, что ли? Тут какие-то дорожные знаки. А, ой, ё-моё. Тут все взрывается, бомбит. Тут какие-то цветки есть, интересно. Это что это? Ой-ой-ой. Змейку подорвал. Вот это что за растение? Кажется, оно хочет пить. Давай польем, чё бы нет. Вот так вот. Оу! Еще полить тебя? Фига себе, оно раздувается. А до каких размеров тебя поливать? Ой-ой-ой. Оу! Фруктики выплюнул! Да блинский! Иди сюда, лохматый. Так, я понял. Значит, здесь ходить, ну, нежелательно. Здесь минное поле, да? Тогда попробуем вот так вот. Хоп. Ой-ой-ой-ой, опасно, капец как. Чё там есть-то? Тут есть ящичек. Попробуем его сейчас аккуратненько сломать. А, там полезное что-то. Лежит бутылки какие-то. А, это алхимические. Да, блин, места нет. Ты, чиш, меня сейчас тут можешь подорвать на этом минном поле. Совсем офигел тут. Прыгать на меня. Так, значит, надо вот это выбросить. Лед тоже выбросим. Семена тоже выбросим. Вот это вот возьмем. Ух, сколько склянок-то. Че там хоть подбирает-то? Вот это что такое? Зелье лечения. Плюс 25 к здоровью. Давай выпьем. У меня как раз со здоровьем проблемы. Че еще я взял? Зелье невидимости. Это что? Зелье скорости. Летать быстрее ветра написано тут. А вот это зелье силы. Позволяет наносить больший урон. Плюс 20 урона на 30 секунд. Ого! Неплохо. Очень даже неплохо. О-о-о-о-о-о! Тихо-тихо-тихо-тихо. Кажется, там очень опасно. Туалет налево. О, слиток, кстати, забыл. Надо его забрать. Ладно, фиг с ней, с этой бочкой. Пойдем залетим на ринг. Посмотрим, что тут. Что на ринге. Ладно, я залазю. Давай. Бьемся на ринге. Круто. Раунд первый. Первого вынес. Второй раунд. Пришелец. Точнее, чужой. Тоже вынес. Два каменных голема. Опасненько. Что ж я выпил зелье здоровья? А то мне сейчас было бы туго. О-о-о-о-о, нежить. Йети. Пучеглазый йети. У кого толще мех, конечно же, у меня. Все, я вынес йети. Две змейки.
Нокаутировал всех! Ну как всех? Вон те два каменных элементаля, они каким-то случайным образом просто вылетели с ринга. И мне это, конечно, очень сильно помогло, потому что они очень мощные, у них дофига здоровья. Ну а давай посмотрим, что в этой коробке. Так, куча колбочек, кислота. А у меня места, как всегда, нет. Желудь выкинем, а колбочки возьмем. Подобрал зелье невидимости, зелье стойкости. Стойкость позволяет получать меньше урон. Тут еще у нас за колбочки. Зелье полета. Ну, тут осталась кислота и уран. В принципе, не так интересно. Пойдем посмотрим, что у нас там валяется. Куча всякого любопытного, интересного. Башмаки, монеточки, золото, медь. Ух, капец. Надо, короче, растормошить все мои сумки и вернуться сюда. Пойдем, короче, домой возвращаться. Что-то какое-то землетрясение неладное. Потрясывает, конечно, вообще как знатно. Смотри, что это происходит? Капец. Ой-ой-ой-ой, ты глянь на это. Что это за фигня? Ёшки-матрёшки. Капец. Это что, око Саурона, что ли? Оу, надо бежать. Надо бежать. Где моя шапка невидимости? А, я ее оставил дома. Короче, близко подходить к этой штуке нежелательно, да? А то меня размозжат. Короче, она защищает вот эту башню, вот эту пирамиду. Это око. Думаю, что мы сюда в следующей серии лучше сходим. Так, тихо, Миша. Лучше бежать. А это-то что? Радуга, что ли, такая? Ты посмотри на небо. Жух, и он туда уходит. Это реально радуга. Пойдем-ка поближе подойдем. Оу! Какого? Ты что сделал, э? Меня так просто отсюда не отпустят, да? У меня есть зелье невидимости, если что. Так что я думаю, что у меня получится убежать. Нет, глянь, смотри, она мне туда просто не дает пройти. Она меня возвращает обратно. Так, ладно. Что будет, если я подойду к тебе сюда? Что у тебя здесь? А, это можно сломать. Ладно, походу будут разборки сейчас местные. Так, одно сломал. Ух, как меня. Второе сломал. Третье сейчас сломаю. Готовченко. Последняя защита. Все, защиты нет. И кажется, оно погасло. Эта фигня погасла. Но капец, как здесь трясется. А, оно ушло под землю, смотри. Офигеть. Вот это дела. Ну давай разобьем ящики, посмотрим, что внутри. Мясо, деньги. Да блин. Пусть все валяется. Пойду разгружаться. Давай-ка выпьем зелье скорости. Посмотрим, насколько я шустер буду. Оу! Да я, блин, чертов флеш. Вот это скоростуха. Мне с такой скоростью даже никакие телефонные будки не нужны. Все. Взяли, кончилось.
оно оказалось не таким длительным, как я хотел бы. Милый дом, милый дом. Я думаю, что пора закругляться. Серия вышла очень любопытной, эпичной, интересной, поэтому приключений для этой серии нам достаточно. И если тебе нравится Михалыч, его крутые, невероятные приключения, то есть тебя лайкос, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан, и комментос под видос. Ну а я с тобой прощаюсь, пока, и увидимся в новом видео.